поводу запроса сделал, получил ответ. Сейчас же кодекс пишется уголовный, там будет предусмотрено. Я остаюсь на своем мнении, потому что мера наказания у нас в Конституции есть смертельная казнь, сейчас она приостановлена пожизненно, поэтому я считаю, так и надо оставаться, ни в коем случае. Потому что, смотрите, сегодня прозвучало в докладе бортпроводник поезда коробку черепах вез и получил пожизненно за границей. Я тогда реплику бросил, я говорю, у нас получается там пожизненно за черепах каких-то, которые у нас в пустыне валяют сотнями, а за педофилию и вот отношение детей, преступность, получает 5, 7, 8, 9, 10 лет. Мне кажется, это однозначно, это не люди, их надо просто не то что изолировать, ну, может, грубо я не буду говорить, во всяком случае, от общества изолировать навсегда.